А вы знали, что Пол Ньюман и Марлон Брандо находились во главе так называемого «серого списка» Американской академии киноискусств, которая организует премию «Оскар»? Брандо оказался в данном перечне по причине поддержки коренного населения. В 1973 году он не явился на саму церемонию вручения. Зато на сцену заготовленной речью вышла представительница племени Апачи. Девушке предоставили всего 60 секунд эфирного времени. Однако она сумела запомниться тем, что от имени Марлона отказалась принять статуэтку. В свою очередь, Пол Ньюман попал под пристальное внимание Ричарда Никсона за череду острых интервью с критикой в адрес его правления. Кроме того, ходит молва о том, что легендарный актер занимал 19-е место в личном списке недоброжелателей господина Никсона. Эту номинацию Пол Ньюман вспоминал с особой гордостью.